Теперь я музыкант. Так могут сказать о себе первоклашки из хоровой студии «Юность» Дворца детского и юношеского творчества. Торжественное посвящение в начинающие артисты прошло с песнями и стихами перед полным залом зрителей, перед родителями, педагогами и старшими товарищами. Последние минуты репетиции. Учителя волнуются, родители уже где-то на подходе. Для этих первоклашек сегодня особенный день – посвящение в музыканты. Со всей серьезностью к моменту отнеслись их товарищи по хору – третьеклассники. Будут выступать вместе с ними и поддерживать, ведь когда-то сами проходили эту церемонию. Было очень волнующе. Первый раз. Когда подходили, вручали грамоты, еще прикалывали значки, это было очень страшно, но это очень весело было. И вот зал уже наполняется зрителями. Маленьким артистам есть что им показать. В хоровой студии «Юность» на базе Дворца детского и юношеского творчества они занимаются уже 8 месяцев. Кто сказал, что школа? В студии еще изучают сольфеджио, музыкальную литературу, осваивают фортепиано и гитару, учатся выступать на сцене. Участвуем в различных конкурсах, готовим праздники для родителей, концерты, участвуем в жизни школы. Недавно ребята участвовали в Московском областном конкурсе и заняли 2-е место. Напутственные слова от педагогов и директора Дворца детского и юношеского творчества. Затем испытания от сказочной Бабы-Яги. И торжественный момент настал. Ребята получают заветные значки юных музыкантов. Теперь они настоящие артисты, и впереди у них большой творческий путь. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.